есть мы здесь представляем белорусскую технику производства «Гомсельмаш», также торгового дома МТЗ «Брянсельмаш». Вот. Хотелось бы поблагодарить организаторов выставки, администрацию Краснодарского края. Замечательное место, очень понравилось нам в этом году. В следующем году будем участвовать, наверное, уже в два раза увеличим площадь, техники будет больше. Да. Ну, как бы первый пробный год. Наша компания довольно новая, только год на этом рынке. Да. 40 человек работающих, да. Реализовано в этом году 70 машин марки Полесье. 300 единиц техники стоит на сервисном обслуживании и гарантийном. Техника марки МТЗ и Гомсельмаш Полесье. Да. Также занимаемся весь перечень сельскохозяйственной линейки техники. Это и опрыскиватели, и сеялки, и культиваторы. То есть вся почвообрабатывающая техника у нас в наличии всегда. Огромный склад запасных частей, то есть сервисное обслуживание. Ну, всем этим занимаемся.